Дело в том, что, может быть, вы нам так, немножко не в курсе многие, кстати, не только Илья Рахмельевич. Дело в том, что складывался такой образ, впечатление, что там говорят продюсеры, которые говорят, сейчас мы будем петь плачущие песни, потом мы будем петь быстрые песни. Нет, на самом деле, первый альбом, в котором была песня «Девчонка», вот та самая, которую я вот пела, «О чем ты грустишь, девчонка?», она была медленная, но была самая красивая. Мы решили на нее снять клип. Но при этом было еще 7 песен других, которые были абсолютно такие умцы-умцы. Второй альбом «Не плачь». Там было, помимо «Не плачь», еще, опять же, 7 таких песен «Умцы-умцы-умцы». Но она была самая яркая «Не плачь», как получилось. И как-то, естественно, лучшую песню куда-то там где-то исполняешь, куда-то там на радио или еще куда-то. И так вот было, пожалуй, несколько лет, наверное, что просто яркие песни были медленные. И сложился ошибочно такое ощущение, что я все время такая плачу. Ничего подобного. Сегодня уже никто не скажет, что Буланова умеет только плакать. Она умеет все. И плакать, и зажигать. Правда в том, что Татьяна Буланова все и всегда делает совершенно искренне. Так как чувствует. А чувствует она от чистого сердца. И сегодня ее песни нравятся людям независимо от того, плачет Таня или смеется. 20 лет назад группа «Летний сад» подарила нам Татьяну Буланову. И спасибо «Летнему саду» за это.